пожаловать в наряд, косметику и парфюм дня. Это у нас новинка от Michael Kors, такой новый их флагманский, можно сказать, аромат Sexy Ruby. И у нас тут с вами что есть? Стартует он как абрикос, малина, даванна, перец, сердце, индийский жасмин, роза, цветы апельсина, база, ваниль, кашмиран, я не знаю кто, и мускус. И в конце я вам зачитаю, у меня потрясающая есть аннотация. Я думаю, очень интересно будет многим послушать, поэтому вот в конце видео про этот аромат я вам прочитаю. Далее, в качестве, ну, давайте начнем тут то, что рядом лежит, в качестве основы заканчиваю уже вот этот клиник. Beyond Perfecting очень мне нравится, у меня уже, вы знаете, следующий на очереди. Здесь у меня вот эта пудра от Essence, прошлогодняя у них какая-то был выпуск, я их закупила. Очень она мне нравится, обожаю эту пудру, к сожалению, больше нет. Я купила 5 штук и даже одну отправила Маше, нашим главным. Значит, далее в качестве контурирующего средства вот это средство супер. Великолепнейшее средство для светлокожих. Всем рекомендую. И хайлайтер очень такой прямо, никакой не блестящий, без всякого. Вот кто любит такой, знаете, хайлайтер, чтобы был просто как слегка влажный. Не жирный, а влажный. Вот просто супер. И его воплощение в однерочке это вот этот Trended Up. Это немецкая какая-то... Да, от DM, ну, наверное, это немецкая, это европейская сеть, да, я в Германии просто прикупила. Хайлайтер от DM, он такой мягкий, классный, и вот тоже такой, без всякого вот этого дикого блеска, вот просто такой легкий сатин. Очень мне понравился, номер 010. Здесь у нас, я вам показывала, тоже 010. Интересно. Вот, это Катрис, кстати. Далее на мне румяна вот эти вот, Клиник и Джонатан Адлер. Сейчас я открою. Почему было не открыть заранее, вы их уже видели. Вот такой цвет. Замечательные румяна. Очень мне понравилась эта коллекция. Так, поехали дальше. Что здесь в качестве бронзера? Сегодня у меня есть даже немножечко бронзер. Это мне, кстати, Маша, нашим главным, посылала. Видите, тут даже уже вот слегка затерт. Очень мне понравилось. Это Wet n Wild. Вот здесь все про него есть. Супер классный, с легким таким вот шиммерком сатиновым. Далее помада от ColourPop Ultra Satin. Мне понравилась именно формула Ultra Satin. Она высыхает достаточно матово и держится супер долго, при этом не сухо. Очень рекомендую. У меня где-то есть видео, где я показывала в нарядах дня, оно лежит. Наряд дня и новые помады. Там я свочила и показывала все вот эти помады от ColourPop, которые я заказала. Супер мне нравится, но оно выглядит темнее, чем в упаковке. Значит, тут у меня на нижних ресницах Butter London, вот эта тушь. С интересным названием. Как же она называется? Вот она. Iconoclast. На нижних ресницах она. Для меня это просто идеальная тушь для нижних ресниц. Потому что там мне надо такое, знаете, что-то, что будет супер крепко держаться. Делать очень хорошие ресницы, но не слишком. И не будет не осыпаться ничего. Вот очень рекомендую. Кисточка очень удобная. Она такая интересная. Но я вам ее уже показывала. И на верхних ресницах у меня тушь от Caroline Bold. Тоже у нее здесь и там силиконовые кисточки. Здесь кисточка силиконовая поменьше и пожестче. Здесь помягче и побольше. Более близкая на классической. Так, ну вроде бы здесь все. Давайте перейдем плавно к наряду дня. Значит, поднимаемся. Здесь у меня жакет из Zara. Zara Woman. Это их такая. Есть у них еще там студия. Ну, короче, это из постоянной, если в Заре вообще есть постоянная коллекция, самая дорогая такая хорошая линия. Это размер large, его купила себе моя мама, что-то у нее не пошло, я его перехватила себе, и на мне так супер оверсайз, мне очень нравятся вот эти карманы, которые вот такое просто, прям 90-е. И раз мы уже о 90-х, да, здесь сочетание такого коричневого, который уже более уходит... Слегка в рыжину такую, что ли. И здесь будет вот такое вот платье под ним. Платье из израильской марки, от израильской марки Кастер. Ничего особенного, обычное вискозное платье. Сзади у него застежка, но мне кажется, вы знаете, можно что сзади, что спереди ее одевать. Потому что если вот так вот сделать, вроде оно как-то ровно по плечам сидит. Нельзя сказать, где эта застежка должна быть. Ну, по сути, она сзади, потому что вот эта вот этикетка, вот их фирменный знак, он должен быть спереди. Так что вот это сзади.
спинка такая. Так. И обувь у меня будет вот такие вот. Видите, да, вы уже поняли. Вот такие вот туфли, ботиночки, не знаю, как это правильно назвать, от моей любимейшей марки AS98. Супер, супер, супер. У них такой девиз компании — обувь с характером. Они специально делают такую хорошенько, как будто поношенную, потертую обувь, видавшую виды, но она превосходна. Я, вы знаете, черт меня дернул, я подписалась на их инстаграм американский. Но это просто отвал мозга. Кто любит такую итальянскую обувь, о, вселенная, покоя мне теперь нет, похоже, надо отписываться. Сапоги у них, высокие ботинки. Ой, у меня, кстати, три пары от них есть. И да, я даже не хочу заходить смотреть, что там пришло в новой коллекции, не хочу. Кстати, Шуфра, кому интересно, это из магазина Шуфра. Если не забуду, оставлю их инстаграм внизу. Если забуду, напомните мне, пожалуйста, оставлю обязательно. Так же, как и ссылку вот на эту тушь. Суперклассная тушь, Butter London. Обязательно оставлю внизу. И такая, на мой взгляд, супер важная деталь. Это в этом образе, это именно колготки вот такие супер модные. Именно они не сделают этот образ, на мой взгляд, супер бабушкиным, потому что и платье у нас такое, и обувь соответствующая, и жакетик тоже такой очень утягивающий это куда-то. А тут вот эти вот, мне кажется, колготки, они супер разбавят, и в то же время они не сделают этот образ слишком диким, потому что если это одеть, допустим, ну, вы видели у меня на заставке, я в подобных колготках тоже, можно одеть это шортами, как угодно, это уже будет более остро на вкус тут. Дело такое, мне иногда нравится, иногда нет. А в этот раз я их использую именно, чтобы сделать этот образ более таким стильным, классным, чтобы он не уходил в бабушкин, а показывал именно что. Так все и задумано. И сумочка будет сегодня вот эта. Вот это. Сейчас я ее повешу, вы ее 100 раз уже видели, ничего особенного. Моя сумочка тоже из Зары, 150 лет ей. Обожаю ее, по-моему, очень стильная и классная. И никаких украшений здесь пока нету. Ну, не хочется, нет нужды. Вот. Ну, на этом все. Идемте на улицу. Я надеюсь, сегодня я смогу делать пару интересных фотографий. Может быть, запечатлею наряд дня мамы. Все. И в конце видео не забывайте про этот парфюм. Я вам зачитаю интересную информацию. Дизайнер высокой моды Майкл Корс выпустил новый аромат Sexy Ruby. Соблазнение, сила, сияние. Эти три S легли в основу характера нового аромата, повторяющего характер женщины, музы, дизайнера. Эти три качества позволяют современной женщине знать, чего она хочет, и добиваться желаемого. Добиваться в том числе при помощи аромата, перед силой соблазнения которого нельзя устоять. Дизайнер и владелец бренда Michael Kors уже назвал Sexy Ruby новым знаковым ароматом бренда. Вдохновением для его создания послужили женщины, чья сила его восхищает. Лицом аромата стала литовская модель Эдита Вилькевичутти. Одна из женщин, вдохновляющих дизайнера. По словам Майкла Корса, Эдита является его музой и одной из лучших моделей современности. Sexy Ruby открывается ароматами сочной малины и свежего абрикоса и продолжается запахом лепестков розы. Финишные элементы сочетаются с захватывающей текстурой кашмирана, создавая сияющую глубину.
а интригующий мускус подчеркивает соблазнительную двойственность истинной женщины. Так стартует этот аромат с абрикоса, малина, давана и перца. Ноты сердца – индийский жасмин, роза, цветы апельсина. База – ваниль, кашмиран, мускус. Секси-руби упакован во флакон, выполненный в форме драгоценного рубина и увенчан фирменной квадратной крышкой узнаваемого дизайна. В рекламной кампании, снятой и возглавляемой известным фотографом Марио Тестино, мы увидим литовскую модель Эдиту в длинном красном атласном платье. Модель любуется рубином, через который она смотрит на все, что ее окружает. Камера перемещается с драгоценного камня на отражение красавицы в камне и возвращается обратно, перемещая зрителя между двумя реальностями. Ну вот на этом и все. Надеюсь, вам было интересно послушать, так же, как мне, почитать. Большое спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайки, потому что на самом деле я очень стараюсь, если это незаметно, говорю вам. Пожалуйста, ставьте лайки, это очень поддержит и поможет развитию моего канала. Всем еще раз спасибо за внимание и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.